Здравствуйте. Как всегда, в это время по вторникам в эфире телерадиокомпании «Щелково», программа «Диалог» и я, ее ведущий, Сергей Дадыко. Напоминаю, что программа наша идет в прямом эфире. Вы можете звонить к нам в студию по телефонам 496, это код города, 567-1440 и 567-1450 и задавать свои вопросы моему сегодняшнему гостю. А в гостях у меня сегодня заместитель руководителя администрации Щелковского муниципального района Никита Никулин. Добрый вечер, Никита Александрович. Добрый вечер. Поясню сразу нашим зрителям, что вы отвечаете по своей работе в основном за строительный сектор. Это и архитектура, и градостроительство, ну и, соответственно, возведение разного рода объектов. Это и жилье, и социальные. В общем, отвечаете за будущее нашего района, так скажем, внешний облик. Ну вот мы с вами сегодня встретились такой, можно сказать, знаменательный день. 30 мая начались публичные слушания по генеральному плану городского поселения Щелково. Сегодня прошли первые слушания, продлятся они до 3 июня во всех, так скажем, населенных пунктах, которые входят в городское поселение. Вот давайте немножко поговорим об этом генеральном плане, что он из себя представляет. Ну, начать я хотел бы с того, что мы очень долгое время готовились к этим публичным слушаниям. Готовили материалы, то есть отрабатывали со всеми структурными подразделениями, как Московской области, так и Щелковского муниципального района. Но начать я хотел с того, что мы уже на сегодняшний момент провели 76 публичных слушаний по проектам генеральных планов. Ну, это во всех, да, во всех поселениях. То есть мы, в принципе, отработали этот вопрос, направили обратно глав архитектуры. И сейчас ждем, когда глав архитектуры нам пришлет это для утверждения. На сегодняшний момент у нас остается один генеральный план. Мы считаем его самым важным для населения как Щелковского района, так и городского поселения Щелково. Все-таки в городском поселении Щелково проживает около 120 тысяч населения. И сегодня, да, на самом деле, это знаменательный день. То есть сегодня прошли, начались и прошли уже публичные слушания в четырех небольших микрорайонах, то есть нашего города. Вот. Совместно публичные слушания проходят с публичными слушаниями правила землепользования и застройки. Вот. Мы сделали это специально для того, чтобы не выводить жителей по несколько раз, да, то есть на улицу, а для удобства, для комфорта, то есть чтобы жители могли ознакомиться и с тем, и с другим материалом. Потому что правила землепользования и застройки они напрямую повторяют и практически копируют в некоторых даже случаях, да, то есть генеральный план городского поселения. То есть вопрос очень важный, вопрос серьезный. Генеральный план, значит, утверждается советом депутатов Щелковского муниципального района. Разрабатывается он до 35 года и состоит из двух частей. Первая часть до 22 года, это часть реализации. Ну и, соответственно, вторая часть это до 35 года. Ну вот сейчас я предлагаю посмотреть видеосюжет о том, как проходило обсуждение генплана в администрации района. Давайте посмотрим. Как будет меняться облик городского поселения Щелково в ближайшие 18 лет? В каких местах появятся новые жилые массивы, школы, сады и скверы? Новый генеральный план городского поселения Щелково обсудили на расширенном совещании. Заказчиком основополагающего документа выступило Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области. Разработчик генплана Институт градостроительного и системного проектирования оценил потребности в детских садах, школах, поликлиниках, существующую необходимость в рабочих местах и предложил свой вариант развития социальной инфраструктуры и промышленных территорий. В генплане рабочие места и жилые массивы распределены равномерно, с тем, чтобы не препятствовать развитию друг друга. С этой целью разработчик предложил реконструировать существующие промзоны без вовлечения дополнительных территорий. В основе развития дорожной сети положена утвержденная в 2016 году схема транспортного обслуживания Московской области. Предложено транспортная инфраструктура – это дороги местного значения, которые предлагаются под реконструкцию и новое строительство, для того, чтобы пробочных, так скажем, ситуаций было меньше на территории города. На совещании прозвучало предложение изменить трассировку участка будущего восточного объезда, на месте которого находится садовый кооператив. С замечанием согласилась и районная администрация.
задаются дополнительные вопросы. Для кого-то вопросы они очень острые, для нас они как бы рабочие. Тем не менее, мы стараемся их синхронизировать для того, чтобы окончательный вариант генплана был выверен во всех отношениях. Как я уже говорил, все территории должны работать на людей, а люди должны работать на этих территориях, где для них будут созданы рабочие места. Со слов разработчика, генплан абсолютно новый и не является вариантом предыдущего. Рассчитан на период до 2035 года. Никита Александрович, ну вот получили некое представление о том, что из себя представляет генеральный план. Если можно, вот планируется какие объекты в первую очередь возвести по нему? Ну, конечно, планируется. То есть до 1935 года очень большое количество объектов планируется. Но повторюсь, что этот генплан очень долгое время проходил разные согласования. И он в первую очередь у нас получился социально ориентирован. То есть мы главные, конечно, приоритеты для себя ставили — это строительство детских садов, школ, социальных объектов, спортивной инфраструктуры, культурной инфраструктуры и так далее и тому подобное. То есть и уже во вторую сторону, вторая часть – это промышленность, рабочие места, ну и, соответственно, жилье и развитие всего остального. Конечно же, очень серьезное внимание мы уделяли и дорожной инфраструктуре. Вот. У нас запроектирован и западный объезд вокруг, значит, города, восточный объезд также запроектирован. То есть ряд мостов и пешеходных, и также автомобильных запроектировано. То есть у нас очень серьезное, мы сделали акцент на комплексное устойчивое развитие территорий определенных микрорайонов, то есть определенных зон промышленных. То есть, дабы в дальнейшем в правилах землепользования и застройки уже прописывать те параметры и те нормативы, которые в первую очередь будут устраивать интересы жителей, интересы развития городского поселения Щелково. Ну, вот я, конечно, посмотрел проект генерального плана по тексту. Очень грандиозно и интересно. Но вот меня, как автомобилиста, в первую очередь, конечно, волнует дороги. Там действительно очень такой колоссальный перечень. Западный, восточный обход, и, естественно, дублер Щелковского шоссе, и прямая дорога на Ивантеевку вплоть до Ярославского шоссе, и, соответственно, ну, это на северо-запад, да, на юго-восток, соответственно, до уже трассы М7 «Волга», ну, то есть до Горьковского шоссе, как мы его называем. Но, тем не менее, вот я говорю, вначале вот есть какие-то приоритеты, что у нас в первую очередь запланировано? Да, приоритеты, конечно, есть. Главное, на сегодняшний день мы запланировали восточный объезд. Благодаря Андрею Юрьевичу Воробьеву, благодаря его поддержке, мы буквально в том году запроектировали мост через реку Клязьма в рамках как раз восточного объезда, так называемого. Также к этому мосту запроектировано было по 300 метров, значит, подъездных дорог. Мост этот будет располагаться в районе улицы Фабричной. Вот. И совсем недавно, буквально на той неделе, прошли публичные слушания по проекту планировки этой дороги, которая протяженностью будет 6 километров. Начнется она с улицы Хотовской, затем улица через эстакаду перейдет в улицу Фабричную. После этого она пройдет через очистные сооружения. И как раз в районе Лесного озера, в районе предприятия «Стильной кухни», оно выйдет на Фряновское шоссе, то есть в районе поселка РТБ. То есть проект достаточно серьезный, достаточно амбициозный, но благодаря поддержке губернатора сегодня мы уже получили проект этого моста. Сегодня мы уже прошли экспертизу с этим проектом. Сегодня мы четко понимаем стоимость этого моста. Это 650 миллионов рублей. Вот. Это вместе с подъездными путями? Это как раз, да, с подъездными путями. И вот как раз благодаря Алексею Васильевичу мы смогли найти деньги на софинансирование этого моста. Планируем начать строительство как раз возведения этого моста уже в третьем-четвертом квартале 2017 года. Ну, а вот... Эстакада через железную дорогу. Эстакада через железную дорогу – это второй этап реализации этого проекта планировки на сегодняшний день. Он будет выполнен как раз после того, как будет мост построен. То есть весь проект планировки рассчитан на 4 этапа.
Также хотелось бы отметить очень важный и амбициозный проект – это западный обход, который на сегодняшний день сможет разгрузить и улучшить дорожную инфраструктуру Соколовской промзоны, то есть вывести население с дальнего Воронка напрямую на Щелковское шоссе. Ну, а дальше он продлится до Ивантеевки или он вольется дальше в ныне существующую дорогу, которая на Ивантеевку идет? Дальше он вольется, в ныне существующую дорогу, которая пойдет на Ивантеевку в районе Щелково-7. Ну, а вот если вернуться к восточному обходу, планируется и Фабричную улицу тоже расширять, наверное, да? Потому что... Конечно, безусловно. И Фабричную улицу планируется расширять. То есть достаточно серьезное мероприятие. Вот те, кто присутствовал на публичных слушаниях, проектировщики докладывали о расширении дороги. То есть все зоны были установлены с точки зрения нормативов, то есть для того, чтобы сделать эту дорогу впоследствии четырехполосной. Ну а как жители реагируют на новое, Жители справедливо задавали вопросы. Мы все замечания и предложения зафиксировали, все это отобразили в протоколе, после чего все заключения по этому проекту планировки, они были направлены непосредственно в Московскую область для дальнейшей уже проработки. Ну, с дорогами понятно. Давайте теперь перейдем к строительству социальных объектов. Ну, это уже, конечно, не по генеральному плану, а потому что идет у нас сейчас, что было сделано в прошлом году, что делается в нынешнем году. Ну, давайте начнем с дошкольных учреждений, так скажем, по возрастной категории. Сколько детских садов мы построили, сколько еще предстоит построить в ближайшее время? Ну, буквально за последний год мы смогли построить 3 детских сада. Проекты были достаточно сложные, но тем не менее мы смогли ввести их в эксплуатацию и после чего их открыть. Это детский сад в Медвежьих озерах, долгожданный наш детский сад. Это детский сад на Первом Советском переулке. Вот, и также детский сад в поселке Анечково. На сегодняшний день мы готовимся к открытию и ждем. Очень серьезно проводим ряд мероприятий по как раз к этому подготовке к открытию, укомплектованию этого детского сада в деревне Новогородок, то есть в Медвежьих озерах. Это еще один детский сад. Но также у нас, хотел бы отметить, мы не стоим на месте, мы планируем открытие в этом году детских садов. Это поселки Гребнево, в сельском поселении Гребневское. Это микрорайон Потапово, проблемный объект, сложный объект. Не уверены, что введем в этом году, но, тем не менее, на данный момент очень надеемся на застройщика. Все-таки то, что у нас получится закончить этот объект. И объект в микрорайоне Гагаринский, то есть встроенный-пристроенный детский сад, где также открытие планируется 4-й квартал 2017 года. Вот. Это что касается наших детских садов. Потапово – это то, которое на Чкаловской улице. Потапово, да. У нас их два в разных местах. Но сейчас предлагаю посмотреть еще один видеосюжет о том, как прошло открытие детского садика в Первом Советском переулке, который строили очень долго-долго, но, наконец, построили. Давайте посмотрим. Строительство дошкольного учреждения велось в соответствии с региональной программой «Образование Подмосковья» за счет средств бюджета Московской области и при софинансировании Щелковского района. Все этапы возведения садика, качество проводимых работ контролировало лично районное руководство. Хочется поздравить город Щелково, Щелковский район, потому что мы развиваемся. У нас появляются новые детские сады, у нас рождаются дети, а это значит, у нас с вами есть хорошее будущее. Все, что у нас есть, самое дорогое, это дети. Все, что мы строим для них, самое дорогое, это детские сады, школы. Пытаемся каким-то образом вложить им свои нормы нашего внутреннего духовного воспитания. Но поверьте мне, побывав в таком садике, воспитавшись в таком садике, у вас дети будут прекрасными людьми. Что я вам и желаю, уважаемые родители.
Этот детский сад стал вторым корпусом уже действующего садика. Он находится на улице Новая Фабрика. Новое учреждение рассчитано на 170 мест. Заниматься будут 9 групп. Мальчишки и девчонки в возрасте от 2 до 7 лет. Оснащенность этого детского сада очень хорошая. Тут очень много компьютеров, техники, хорошее оборудование на кухне, хорошая оснастка групп. Специалисты в дошкольном учреждении уже набраны. Первое время садик будет работать в тестовом режиме, но уже скоро детки смогут находиться в саду в течение всего дня. Ну, а теперь вот от дошкольного образования перейдем к школьному. Тоже очень много проблем у нас, конечно, всегда об этом говорим. И строительство новых школ в районе, и прежде всего, конечно, в городском поселении Щелково, которое разрастается с каждым годом. Ну и реконструкция, естественно, старых учебных заведений. Опять же, что сделали, что планируется сделать в перспективе? Ну, в перспективе ближайшее – это строительство двух школ. В Медвежьих озерах также пристройка на 275 мест. И в микрорайоне Солнечной, долгожданная школа. Мы знаем, что жители очень долгое время ее ждут, уже больше 7 лет. Но на сегодняшний день проект находится в экспертизе. И мы надеемся в течение 2-3 недель уже выйти из экспертизы. Сложность этого объекта заключается в том, что очень маленький земельный участок. Потому что по действующим нормативам этот земельный участок должен составлять не менее 2,7-3 гектара земли. Там же на сегодняшний день всего лишь 1,8 гектара земельный участок. Вот. Но школа будет очень хорошая. Проект амбициозный. Мы надеемся, что эта школа будет даже участвовать в конкурсе на лучшую школу России. Очень грамотный проектировщик смог сделать эргономику школы. То есть, а это и внутренние помещения, это пересечение потоков, это дополнительные кружковую сеть, там, возможно, будет небольшую организовать. То есть, эта школа высокоэффективна в том плане, что раньше школы строили площадью около 25-30 тысяч квадратных метров. Эта же школа будет рассчитана на 1100 мест, но тем самым она будет площадью 17 тысяч квадратных метров. То есть каждый квадратный метр он будет работать во благо хорошего, качественного учебного процесса. Ну, а вот, допустим, планируется... И также хотел бы добавить еще по плану, мы уже сегодня начинаем проектирование двух школ. Это школа в микрорайоне Жигалово. То есть Минстрой нас поддерживает всячески в этом вопросе. Знаем также острый дефицит школьных мест в этом микрорайоне. И готовимся к проектированию школы на 550 мест в микрорайоне Чкаловский. Это пристройка к 11-й школе имени Чкалова. Сегодня, что сказать по проектированию, сложностей мы никаких не испытываем. В программе на эти две школы деньги заложены. Осталось пройти и согласовать конкурентные процедуры. И мы надеемся, что в ближайшие 2 недели мы уже объявим конкурс на проектирование этих двух школ. То есть это в первую очередь, конечно, относится к тех жителей, которые проживают как в микрорайоне Чкаловском, где дети ходят в 11-ю школу, и также это касается жителей микрорайона Жигалова. Ну, а вот планируются какие-то такие большие проекты? Ну, вот я, как пример, могу вспомнить, например, 12-ю школу в Чкаловском. Там бассейн при ней. Вот не планируется таких проектов? Мы на данный момент политика глав архитектуры Московской области, то есть они согласовывают и утверждают проекты школьные без бассейна. То есть школьные бассейны, они идут, реализовываются только в рамках инвестиционных контрактов, либо за счет каких-то средств инвесторов. То есть те школы, которые строятся за счет бюджета Московской области и софинансирования Щелковского муниципального района, они, к сожалению, идут без бассейнов. Но, тем не менее, расстраиваться не стоит. На сегодняшний день есть инвестор, который уже в ближайшее время начинает проектирование бассейна на территории городского поселения Щелково. И мы надеемся, что в ближайшее время
в городском поселении появится отдельно стоящий, многофункциональный спортивный комплекс, как раз где главная площадка спортивная будет, это будет как раз чаша с бассейном, то есть и универсальный зал небольшой. А в каком месте известно уже? Место известно, мы пытаемся привязать этот проект на территории учреждения дополнительного образования «Романтик» на Пролетарском проспекте. Там есть свободный участок, около 55 соток. Вот там как раз пытаемся его на сегодняшний день привязать, ну, вот, и реализовать этот проект. Ну вот вернемся еще к вопросу, да, о строительстве школы. В микрорайоне Солнечный, вы сказали, что вот участок небольшой, да, то есть целого гектара практически не хватает по нормативам, да. Ну а как вот удалось решить этот вопрос, что все-таки школа будет, но несмотря на небольшой земельный участок? Несмотря на то, что небольшой земельный участок, мы смогли расположить объекты благоустройства очень эффективно, очень качественно, благодаря нашим проектировщикам, которые работали над этой школой. Также мы смогли разместить очень компактно, но в то же время эффективно плоскостные сооружения. Вот. До футбольного поля ближайшего, то есть, который мы смогли разместить в шаговой доступности, это где-то около 60 метров. То есть футбольное поле будет находиться не на территории самой школы, а в шаговой доступности где-то 60 метров. То есть, и вот как раз смогли это реализовать. Спасибо. Напоминаю нашим зрителям, что в гостях у меня сегодня заместитель руководителя администрации Щелковского муниципального района Никита Никулин, который отвечает за строительство и архитектуру в нашем районе. Говорим о том, что уже сделано и о том, что будет сделано. Звоните, задавайте свои вопросы. Прямой эфир 567-1440, 567-1450. Ну а мы продолжим наш разговор. Тему социальных объектов тогда закончим строительством спортивных сооружений. Тоже много у нас сделано было и в прошлом году, и в позапрошлом. А помните? И что будет сделано, конечно. Ну, что касается спортивных объектов, конечно, очень большой шаг, даже два шага вперед мы сделали, когда ввели в эксплуатацию два объекта. Это нашу ледовую арену имени Третьяка и наш физкультурно-оздоровительный комплекс, который находится у нас на Дальнем Воронке. На сегодняшний день объекты очень серьезно востребованы. Вот, мы знаем, что жители этому очень рады. То есть, и понимаем, что есть небольшая нехватка по спортивным объектам, но это уже узконаправленным, таким как это вот бассейн, я уже говорил, и зал для гимнастики. Вот. На сегодняшний день мы подбираем площадки. В принципе, у нас уже есть определенные предложения. То есть, также на гимнастический зал мы сейчас ищем инвестора, которые готовы нам будут запроектировать его. И в дальнейшем мы будем уже работать с областью. Я думаю, что Алексей Васильевич поможет в этом вопросе жителям города. То есть и мы попадем в программу по строительству этих социальных объектов. Но очень важно сказать, на сегодняшний день уже начато строительство физкультурного оздоровительного комплекса в деревне, в сельском поселении Огневском. В этом году планируется закончить это строительство. Также очень важно сказать, буквально через 2 недели мы объявляем конкурс на проектирование, реконструкцию бассейна в городском поселении Монино. Тоже очень востребованный объект, востребован он в первую очередь, конечно же, жителями. Вот. Объект достаточно интересный. Почему? Потому что ему уже больше 60 лет, и даже, как говорят, Юрий Гагарин плавал в этом бассейне. То есть, и мы очень хотели бы его, конечно же, возродить, то есть реконструировать, то есть для населения. Но если речь зашла о Монине, то, конечно, вот вспоминается, конечно, Монинский долгострой, я имею в виду стадион для регби, он пока так остается, да, законсервирован? Нет. Ну, на сегодняшний день, да, он законсервирован, но мы тоже не стоим на месте, и благодаря Московской области, Минспорту Московской области и активной работе Алексея Васильевича, да, мы серьезно продвинулись вперед. Сегодня у нас уже есть институт, который сделал проект по реконструкции этого стадиона,
И в программе, точную цифру не хочу сейчас ошибиться, но в программе выделено на реконструкцию, на первый этап реконструкции порядка 500 миллионов рублей. То есть и активно реконструкция должна начаться в конце года уже этого стадиона. Спасибо. Напоминаю, что в гостях у программы «Диалог» сегодня заместитель руководителя администрации Щелковского муниципального района Никита Никулин. Мы вернемся к вам после небольшого перерыва. Оставайтесь с нами. Продолжаем программу «Диалог». Телефоны студии прямого эфира 567-1440, 567-1450. В гостях у меня сегодня заместитель руководителя администрации Щелковского муниципального района Никита Никулин. Еще раз добрый вечер, Никита Александрович. Добрый вечер. Говорим мы с вами о сфере вашей деятельности, естественно, о градостроительстве и архитектуре в нашем районе. Вот уже мы поговорили о генплане, который утвержден Советом депутатов и вынесен на публичное слушание. Начались они сегодня, продлятся до 3 июня. Поговорили о строительстве социальных объектов, детские сады, школы, спортивные сооружения. Но вот, чтобы завершить тему социальных объектов, наверное, конечно, не обойти вниманием и учреждение здравоохранения. Что мы строим, что мы ремонтируем, что мы будем еще строить в ближайшее время. Ну, хотел бы вас поправить по поводу Совета депутатов. Еще не утвердил генплан после публичных публичных обсуждений с жителями. Все будут замечания и предложения. И после этого мы как раз вновь будем выносить на Совет депутатов. Что касается здравоохранения, конечно же, главный для нас объект, который мы все очень долго ждем. И главное, что у нас в Щелково скоро откроется, это перинатальный центр, медицинский перинатальный центр. Открытие мы ждем к концу июня. Вот. На открытие мы, конечно же, будем рады видеть губернатора и готовимся к этому открытию. Вот. Заказчиком этого объекта является Минстрой Московской области. Но так хотел бы добавить от себя, что объект очень инновационный, высокотехнологичный. Вот. Общий объем строительства составляет больше 33 тысяч квадратных метров. Вот. Оснащен он, конечно же, по последнему слову техники. Буквально в активной фазе сейчас находится перинатальный центр по комплектованию медицинским оборудованием. Вот. Очень активно набирается туда штат людей. Вот. И мы, как администрация, конечно же, за всем этим наблюдаем, помогаем, вот, и делаем все возможное, чтобы так объект был как можно быстрее открыт. Вот. Я думаю, что это очень серьезный будет подарок от Минстроя, от Московской области для жителей не только Щелковского района, но и близлежащих районов. Что касается других социальных объектов здравоохранения, стоит отметить, конечно же, это открытие двух кабинетов врачей общей практики, которые мы открыли в том году. Это поселок Свердловский, это Богородский микрорайон. Также очень важен объект, который появился у нас в поселке Клюквино, это фельдшерско-акушерский пункт, который тоже был открыт только в том году. В этом году мы готовимся к строительству тоже фельдшерско-акушерского пункта в деревне Душоново. Объект прошел, значит, государственную экспертизу. И сейчас уже, значит, начинаются конкурсные процедуры по строительству этого объекта. Вот. Но что касается ремонта здравоохранения, то очень серьезное внимание Московской области и Минздрав Московской области уделяют Щелковскому муниципальному району. В этом году планируется реализовать больше 250 миллионов рублей на ремонт здравоохранения не только в городском поселении Щелково, но и по всему Щелковскому району. Основные затраты, конечно, придутся на город Щелково. Это вторая больница. Очень серьезный ремонт и фасадов всех корпусов, всех пяти корпусов. Фасады должны быть идентичны
перинатальному центру. Это принципиальная позиция Щелковского муниципального района. Вот. В этом году будет благоустроена вся территория второй больницы. Также будет полностью отремонтирован капитальным ремонтом это здание лор-отделения. Это здание терапевтии полностью будет отремонтировано. Уже сегодня ведутся работы по ремонту поликлиники на территории второй больницы. Вот. И также серьезно будет отремонтирован полностью капитально это здание хирургии. Вот. Хотелось бы отметить, что и скорая помощь полностью отремонтирована капитальным ремонтом. Уже работы завершаются и подходят к концу. Также в активной фазе работы находится и по первой больнице, по стационару, то есть начиная от крыши и ремонта, капитального ремонта внутренних помещений. Вот. На сегодняшний день отремонтирована детская поликлиника на первом этаже на улице Краснознаменская. Вот. То есть также хотелось бы отметить и скорую помощь в городском поселении Монин. То есть на сегодняшний день целый ряд объектов, которые будут отремонтированы в этом году. И я думаю, что жители останутся довольны этими ремонтами. Спасибо. У нас есть звонок от нашего зрителя. Здравствуйте. Вы в эфире. Слушаем вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Никита Александрович, у меня к вам два вопроса. Первый вопрос – это касается восточного объезда. Значит, каковы сроки введения в эксплуатацию вот этого кусочка дороги от улицы Фабричной до Фряновского шоссе? Когда планируется вообще начать строительство и закончить хотя бы, вот, чтобы ввести до Фряновского шоссе эту дорогу в эксплуатацию? И второй вопрос, касающийся западного объезда. Коснется ли дорога западного объезда гаражей, расположенных на Соколовке? Это ГСК «Искра». Спасибо большое. Спасибо большое. А как вас зовут? Ольга Сергеевна. Ольга Сергеевна. Ольга Сергеевна, значит, что касается восточного объезда, как я уже сказал, первый этап по строительству восточного объезда у нас начнется в третьем квартале этого года, должен начаться, после прохождения всех конкурентных процедур. Вот. По контракту мы планируем отвести на строительство восточного объезда 1,5 года. Если не будет никаких сложностей, не будет никаких дополнительных обследований, исследований почв, грунта и так далее, то есть, ну и сложностей, связанных со строительством, то есть мы планируем уложиться в этот срок. Что касается западного объезда, к сожалению, не готов сейчас сказать по поводу гаражей, но проект планировки утвержден, все границы четко сформулированы и сформированы. Вот, готов показать, если придете ко мне на прием в ближайшее время, показать все эти границы, и мы посмотрим, попадают ли в зону проектирования эти гаражи или нет. Вот, вот наверное, как-то так. Спасибо. Но мы продолжаем наш разговор. Закончили со всеми социальными объектами всех направлений. Перейдем, наверное, теперь к строительству жилья. Прежде всего, конечно, это касается расселения ветхого и аварийного фонда. Ну вот по цифрам, насколько я в том же генеральном плане, который мы сейчас обсуждаем, только в городском поселении Щелково у нас порядка 6,5 тысяч таких людей, которые проживают и в ветхом, и в аварийном жилье, ну и плюс, конечно, еще в других поселениях района тоже такие имеются. Как мы решаем их проблему? Ну, хотел бы отметить главное. На сегодняшний момент все полномочия по строительству, они, конечно, переданы Минстрой Московской области. Мы активно занимаемся этим вопросом. И Алексей Васильевич Валов четко расставил приоритеты, что в течение ближайших 3-5 лет мы, конечно, максимально должны ликвидировать ту очередь, ту потребность, которая на сегодняшний момент имеется. Это по ликвидации как раз аварийного жилья.
Вопрос сложный. У нас в городском поселении Щелково очень много, как вы уже сказали, аварийного, а домов с высокой стадией износа. Вот. Но в некоторых случаях они становятся, конечно, и аварийными. Вот. И наша задача на сегодняшний день, конечно, активно заниматься этим вопросом. Таких застройщиков у нас несколько. Благодаря таким застройщикам мы пытаемся реализовать как раз такие программы. Знаем о проблемах Дальнего Вранка и 5-й и 7-й микрорайон. Знаем и о проблемах новой фабрики. То есть ежедневно проводим ряд совещаний, взаимодействуем с областью, активно проводим разные мероприятия вот, на разных уровнях власти для решения этого вопроса. Что касается вот, ближайших как раз перспектив, очень надеемся на реализацию как раз вот, то есть проекта планировки микрорайона Соболевка. Но на сегодняшний день, вот буквально сейчас только Совета депутатов пришел, Совет депутатов утвердил изменения в правила землепользования и застройки для того, чтобы застройщик мог дальше строить и расселять жителей из как раз вот домов, которые находятся в высокой стадии износа, вот, можно сказать, в предаварийном состоянии, ну а в дальнейшем, наверное, и аварийно. Ну, так. Ну, проблема новой фабрики все-таки частично решена перед самым Новым годом. Получили ключи от квартиры, в общем-то, да. Рядом, на том же месте, где и жили, рядом со старым домом. Рядом, да, со старым домом. Активное участие принял в решении этого вопроса, конечно, Андрей Юрьевич Воробьев, который приезжал туда непосредственно на этот объект. Вот. И благодаря ему, то есть вопрос сдвинулся с места. Мы старались всячески тоже взаимодействовать и помогать в этом вопросе. То есть и застройщик предоставил 42 квартиры. Вот. Также хотелось бы поблагодарить и Минстрой Московской области, и Андрея Юрьевича Воробьева за предоставление возможности по расселению нашей казармы. Это первый советский 19, корпус 1, корпус 2, корпус 3, где благодаря застройщику ПИК. Нам удалось в том году предоставить порядка 50 квартир, и в этом году мы предоставим еще около 200 квартир, даже 300 квартир практически для переселения этого дома. Вот. Ну, я хочу добавить, что как раз даже в своем ежегодном обращении к жителям Подмосковья губернатор Андрей Юрьевич Воробьев привел в пример Щелковский район о том, что как успешно мы расселяем ветхий аварийный фонд. Вспомнил ту нашу пресловутую казарму тоже. Ну а если говорить не о расселении, а о предоставлении жилья очередникам, у нас такие тоже имеются, насколько помню, порядка 1000 человек только в Щелкове. Да, у нас есть такие по поводу, что касается предоставления. К сожалению, финансово-экономическая обстановка на рынке недвижимости на сегодняшний день находится не в самом лучшем виде. Есть определенная стагнация, есть определенный упадок. В связи с этим очень слабая активность у застройщиков. И, конечно же, те проекты, которые могли бы уже на сегодняшний день реализоваться, ну вот, а таких объектов у нас 6 в Щелковском муниципальном районе, они сегодня приостановлены. То есть темпы строительства, конечно же, нас не устраивают. Для этого мы сейчас начали приводить всевозможные усилия для того, чтобы сдвинуть с точки этих застройщиков, да, чтобы они зашли в активную стадию строительства. Вот. Нами сделан ряд мероприятий, то есть в том числе и строительный час, который проводит Алексей Васильевич каждую среду. То есть разбирая проблему досконально каждого застройщика, буквально управляя в ручном режиме всеми вопросами, которые на сегодняшний день вот есть у застройщиков. И в связи с тем, что есть приостановка, то есть, к сожалению, и предоставление жилья для как раз очередников, она
останавливаются и застаиваются, то есть буксуют. Ну, раз вы заговорили о строительных часах, это действительно нововведение у нас в администрации. Предлагаю нашим зрителям посмотреть видеосюжет о том, что такое еженедельный стройчас в администрации Щелковского района. Давайте посмотрим. Ждут все. Строительство жилого комплекса «Литвинова Сити» под пристальным вниманием. Работы ведутся медленно, терпение дольщиков на исходе. Устали верить обещаниям застройщика. На стройчасть в администрации района вопрос о ходе возведения объекта стал одним из ключевых. На строительном объекте постоянно находится 50 человек, идет заливка постоянно, идет непрерывный поток поставки материалов, металла, песка, щебня и цемента. С июня месяца мы хотим убыстрить сроки в 3 раза для того, чтобы в срок закончить все виды работ. Компания ГТТ «Струбино» возводит жилой комплекс «Литвинова Сити» на 1400 квартир. Неоднократно застройщик обещал ускорить темпы работы на встречах с дольщиками и на совещаниях в администрации. Однако строительство все равно ведется медленно. На совещании разработали несколько вариантов действий в зависимости от развития ситуации. Сейчас вот формальных признаков для того, чтобы признать этот объект проблем, нет. Работа идет, да. Шатковалка, но он что-то делает на объекте. Идет сейчас заливка перекрытия очередного 5-го этажа. Работа не стоит. Конечно, рабочих недостаточный объем работ, ну, не смехотворный, но тем не менее недостаточно тоже. Будем смотреть, поразить событий. Не менее важный вопрос – строительство жилого комплекса «Горизонт» в микрорайоне Чкаловский. Сроки сдачи объекта корректировались из-за финансовых трудностей. Сейчас работы ведутся. В планах застройщика сдать объект до конца этого года. Ну а теперь поговорим о реконструкции, о втором этапе реконструкции Парковой улицы, который первый этап завершился у нас к дню города в прошлом году. Второй этап планируется завершить в этом году. Как идут работы? Работы идут очень активно. Жители могут уже это подтвердить. Мы ждали 9 мая, то есть для того, чтобы Бессмертный полк прошел по улице Парковой, и после этого начали работать. Сейчас работы ведутся по демонтажу плоскостных всех сооружений. Это, значит, по демонтажу асфальта, бордюра, то есть того кустарника, который там растет. Вот. И после этого уже мы приступаем непосредственно, хочу отметить, замене коммуникаций старых, ветхих, аварийных коммуникаций. И только потом, подземных, да. И только потом мы уже приступим непосредственно к мощению Парковой улицы с установкой всех светильников, благоустройству всей территории, установке малых форм, вот, и приведение в порядок всех фасадов, которые есть на улице Парковой. Работы много. Скажу, что практически все конкурсные процедуры уже отыграны. Контракты, также хочу сказать, уже все на сегодняшний день заключены. Проблем с подрядчиком пока никаких нет, и я надеюсь, что их не будет. То есть наша задача отработать эти 2-3 месяца хорошо и сделать подарок жителям ко дню города. Ну а сейчас давайте посмотрим, как будет выглядеть этот подарок, видеосюжет нашего корреспондента. Это уже второе совещание по реконструкции улицы Парковой. В прошлый раз всем ответственным за тот или иной участок работ были поставлены задачи и определены сроки выполнения. В частности, дорожное управление разрабатывает новую схему движения транспорта на Парковой и прилегающих улицах. Водоканал восстанавливает старый коллектор ливневой канализации, который забился на 75%. Заказчиком работ на Парковой, а значит и ответственным за всех подрядчиков, является служба озеленения и благоустройства. Улица будет пешеходной почти по всей ширине. Полоса для транспорта предусмотрена всего одна, потому что движение от улицы Зубеева до Пушкина будет односторонним. Автор проекта, архитектор Алексей Воробьев, рассказал, что на улице появятся такие же, как в первой очереди, понравившиеся горожанам светильники. С помощью элементов ландшафтного дизайна подчеркнут самые узнаваемые объекты на Парковой. Стеллу героев, магазин «Молочный двор», здание регистрационной палаты, бывший магазин «Чайка», музыкальную школу, лицей номер 7. Велодорожка тоже будет, но уже не с резиновым, а с асфальтовым покрытием. Запланированы работы на жилых домах. И вот что еще важно. Застраивать или перестраивать улицу Парковой не планируется.
Привычную советскую стилистику при реконструкции и после нее власти обещают сохранить. Парковая должна сохранить свой исторический облик. Мы отремонтируем все фасады, все кровли, но дома останутся. Потому что в каждом городе, который уважает себя, есть элемент истории. И мы хотим, чтобы этот элемент истории остался в Щелково на улице Парковой. Работы на Парковой плавно перейдут на сквер Пушкина у районного дворца культуры. Проект реконструкции тоже готов. Администрация рассчитывает получить софинансирование из областного бюджета. Ну а следующий этап будет в другую сторону, я имею в виду от площади Ленина до набережной Серафима Саровского. Там же тоже планировалось пешеходную зону создать. Да, следующий этап тоже у нас планируется. Но сегодня мы идем с небольшим опережением, сотрудничая с главархитектурой Московской области, и пытаемся реконструировать также и сквер Пушкина вместе с фонтаном, который находится как раз на территории сквера Пушкина, то есть тот старый наш фонтан. Мы его пытаемся переделать и реализовать этот проект. Тоже проект амбициозный, недешевый, но при поддержке Московской области мы надеемся, что нам в этом году все-таки удастся получить субсидию на реализацию этого проекта. С нашей стороны все проектные документы мы подготовили, все сметы мы тоже подготовили, вот, и направили в экспертизу Московскую область. То есть осталось только надеяться на то, что нас поддержат и дадут возможность в этом году еще и реализовать и этот проект. Если не получится в этом году, значит, будем реализовывать его в следующем году. Ну и в заключение программы хочу еще одну тему поднять. Это предоставление земельных участков многодетным семьям, которых у нас тоже достаточно в районе. Как идет создание инфраструктуры на тех участках, которые уже выделены? Идет создание инфраструктуры на всех участках достаточно тяжело. Я бы даже сказал, сложно. Сложность, конечно же, всегда у нас в этом вопросе заключалась в том, что у нас практически на это нет финансирования. Вот. Но мы очень активно реализуем эту программу. И вот уже на сегодняшний день, за последние 3-4 года, мы выдали 1200 земельных участков для многодетных семей Щелковского муниципального района. Вот. То есть мы с опережением идем и выполняем эту программу. Но, к сожалению, не всегда у нас получается в полной мере создать достойную инфраструктуру. Да, в частности, это подъездные дороги. Вот, и как раз какие-то вопросы, связанные там, с электричеством и газом. Но отметить хотел бы, что из 13 полей, которые выделены сегодня, 10 полей, они уже на сегодняшний день все электрифицированы. К 8 полям, значит, сделано твердое основание для дорог. Дороги эти сейчас на сегодняшний момент все паспортизируются для того, чтобы в дальнейшем мы могли их обслуживать и содержать. Вот. Также хотел бы отметить, вот последние 3 поля, которые были выделены, это деревня Косташи, это деревня Каблукова и Малых Петрищах. То есть люди получили участки совсем недавно, вот буквально на той неделе лично сам выезжал на все эти земельные участки, вот, услышал все проблемы. Вот, сейчас готовим дорожную карту по реализации как раз и выполнению по всем работам по инфраструктуре к этим участкам. Большое спасибо, Никита Александрович, за ответы на вопросы. Спасибо, что нашли время прийти к нам в студию. Напоминаю, что сегодня в гостях у программы «Диалог» был заместитель руководителя администрации Щелковского муниципального района Никита Никулин. Это была программа «Диалог». Смотрите нас каждый вторник на Щелковском. Счастливо!